Привет, Соня! Сегодня мы гомункула будем выращивать. Не гомункулов, а мы сегодня выращиваем зверополис в инкубаторе. Да! Где же наш зверополис? Вот! Вот, еще! Смотри, сколько у тебя зверей! Да. Смотри! Давай их распаковывать! Так, давай глянем! Давай распаковывать и будем смотреть, кто у нас здесь! Вот это розовый кто? Слоник! Это какой-то динозавр! Да! Вот такой вот! И там еще у него яйца, наверное, есть! Яйца динозавра! Конечно! Так, это кто такой? Это бегемот. Это носорог. Это олень. Покажи оленя. О, олень. Это кто? Это лев. Это лев. Вот смотри, кто это. Это я не знаю. Это какой-то горный олень. Или лама. Короче, какая-то зверюшка. И вот это самый крутой у нас дракон. Открывай все. Ну что, достаем наши волшебные инкубаторы. Так, вот первый волшебный инкубатор. Второй инкубатор. И третий инкубатор. Ну что, давай закидывать в инкубаторы наши зверополис. Так, кидай. Еще одного. В каждый по два мы закинем. И потом будем наблюдать вместе, как они растут. Нет, по два. Вот с кем ты хочешь, чтобы лев рос? С носорогом? Бросай. Теперь сюда кого-нибудь. С динозавром. Давай, бросай динозавра. Это у нас будет дракон с лосем. И там будет динозавр с оленем. Все, теперь мы заливаем волшебную жидкость. Чтобы инкубатор наш заработал, надо налить волшебную жидкость. Наливаем, и потом будем закупоривать это все. Заливаем. Так, один есть. Так, еще заливаем полностью, чтобы наш инкубатор работал правильно. Так, второй заполняем инкубатор. Заливаем полный, чтобы у нас был, чтобы у нас звери все выросли правильно. Наливаем полный. Ну что, закрываем наши инкубаторы? Давай. Так, давай, ты помогай мне. На, закрывай вот тот крайний или центральный. Как... Закрывай. Так, давай, помогу. Чтобы там у нас произошла реакция, надо плотно закрыть, чтобы кислород не попадал в наши инкубаторы. Так, ну что, посмотрим, кто у нас тут. Вон наши звери плавают. Скоро они будут очень большие. И здесь у нас вон звери. Класс! Им не скучно? Нет, они ж по двое там же будут расти. Они будут общаться между собой. А теперь нам надо сказать волшебные слова, чтобы наши инкубаторы правильно работали. Да. Давай вместе. Давай. Говори первые слова. Какие? Сим-салабим. Сим-салабим. Сяськи-масяськи. Сяськи-сяськи. Малахам-малахам-малахам. Все, теперь мы же все правильно сделали. Инкубаторы есть, жидкость специальная, волшебные слова. Теперь осталось только ждать. Нам надо прождать ровно 3 дня. Но мы будем наблюдать, как они будут расти. Каждый день. Да? Будем проверять их. Все, ждем и смотрим. Прошли ровно одни сутки с момента, как мы загрузили наш зверополис. Как видим, наши звери подросли. Тут яйца динозавров плавают. Олень, динозавр, лев и носорог. День второй. Зверополис в инкубаторе. Так, посмотрим, что у нас получается.
Так, зверюшки подросли уже. Такие уже солидные. Самый большой у нас в этом инкубаторе. Тут лось и дракон вот такой вот. Так, все, ждем еще один денек. И завтра посмотрим, что у нас получится. Наконец-то мы дождались. Сегодня третий день, как наш Зверополис томится здесь, в этих инкубаторах. Ну что, будем смотреть, что у нас тут повырастало? Смотри, какой здоровый вот тут. Так, ну давай смотреть. Вот этот сначала. Здесь у нас лев и носорог вот такие вот получились. Здесь у нас вот такой дракон, ничего себе, на весь инкубатор. И лось там зеленый. Вот такие вот у нас получились. Такой Зверополис. Да. И здесь кто у нас? Динозавр и какой-то олень. И шарики, это яйца динозавра здесь. Так, ну что, достаем? Да. Смотрим их? Да. Давай, надо аккуратно, чтобы жидкость нас не облила. Волшебная. Открываем. Слышала, как шипит? Так, ну что, давай сейчас все пооткрываем. Слушай. Ого. И последний. Так, открыли наши инкубаторы. Все. Сейчас я эту жидкость солью и будем их доставать. Так, смотри, что у нас тут получилось. Какой дракон. Вот такого. Вот такого дракона мы вырастили. Вот самый какой большой. Олень? Вот такой. Это лось. Смотри, какие у него рога большие. Вот такой вот у нас лось получился. Вырастили. 3 дня росли в инкубаторе. Так, кто у нас тут еще? Вот лев такой у нас. Вот яич. Лев. Яичи вот. Это носорог вот такой вот. Вот яич. А это кто? Смотри, какой смешный. Динозавр. А что у него 3 ноги? А, это хвост. Это у него такой, типа, 2 ноги и хвост. И последний. У меня тоже 2 ноги. Вот такая коза или олень, кто это? Я не знаю. Я не знаю. Такие рожки смешные. И вот такие вот яйца у нас динозавра получились. Ну как, смотри, сколько, 3 дня мы их растили, этих зверей, да, Сонь? Каждый день проверяли, как они у нас. Ну, в итоге, прикольные выросли, да? Класс, это, по-моему, динозавр, ой, это дракон, китайский дракон, по-моему, самый крутой у нас получился, да? Ну что, Сонь, классных мы зверюшек вырастили в инкубаторе? Да. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! И ставьте лайки! Лайки! Всем пока! Всем пока!